тяжело. Мама список написала, сказала в магазин сходить 2 раза, а я решила все за 1 купить. Наверное, не донесу. А список большой? Да, большой. Ну, покажи. Так, конфеты, яблочки, печенье, сладкое. Мне это не интересно. Саша, а давай мы тебе поможем. Хорошо. Мальчики, а что же я маме скажу? Скажи, что пакет порвался. Эх, помогли так помогли.